Идеально. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, и вместе со мной играют... Алло, да, Лёха. Друг Лёха, машинист, чё хочу, то ворочу ТВ, всем привет. Я анонимус, девушка. Какая девушка? И... Это перекачанная Юра, девушка. Юра, короче, Сынкова, третьего чувака у нас зовут, и видишь? Сегодня мы снова играем CSGO. На этот раз мы будем не играть... Юра. Это не Юра, это Юля. Да-да, это тот самый чувак, которого мы не смогли в прошлой серии победить. Это он самый. Да, это она самая, просто она немножко протеина перепила, и у нее мужские гормоны полезли. Сегодня, короче, голос такой стал. Короче, сегодня мы будем играть на карте, которой уже немного другие правила. Она будет связана не с закладыванием бомб, а с спасением заложника. Тут правила президента России с 2000 года. Да. Кстати, возможно, вы заметили, что голоса Лёхи... Голос Лёхи стал немного качественнее, потому что мы теперь не через ВК связываемся, а через Дискорд. Рекомендую очень. Ну так вот, и все население этой карты в заложниках. Поэтому я и говорю так. Так, и чё? Опа, ну. Ага. Начинаем мы за... Максимат за спецназа. Да. Юра, только просьба большая, не матерись. Тут никто не матерится. Да. Ну это я на всякий случай. Юля, подскажите чтобы мне, не пожалуйста. Забывали. Как господи, ребят, чё они несут? Юля, бля. Короче, глушачок у меня тут сразу. Ох, господи. Мы, кстати, давно уже не играли в CSGO. Я уже даже, возможно, забыл, как играть. Юрий, я правильно готов? Нет, по-моему, не туда, там нет, там, по-моему, тупик. Там, по-моему, сюда надо. Мы играли на этой карте уже, если что. Так что, блин, я пушек не взял. Ну ладно. Причем, разминочка же идет, господи, ты боже мой, блин. Ладно, давайте попробуем хотя бы так потренироваться. Тут я помню, что тут можно стекла выбивать. Походу Юлия покинула нас с Юрием. Так я нашел одного заложника. Вообще. Как взять? Нельзя спасать заложников во время разминки? Чуть серьезно, что ли? Стекла хотя бы можно? Да, а? Короче, такое вот здание офигенное. Так, ответьте мне, я удалил ботов или нет? Бот Эд, да? Да, ты удалил. А? Так, что? Вот эта комната нам пригодится. Удалил? Конечно. Да, все боты заняты, мы их сами. Где Юра, я что-то не пойму. Где? Да, я в ничке сижу, я слышу, что кто-то разбил окно. Да, вот только я не могу понять, где ты. Блин, на мышке с клавиатурой так непривычно, но так удобно. Ну да, Лёха у нас привык на геймпадах играть. А я вообще никак не могу в такие игры на геймпаде играть. Ну таких игр на геймпаде нету. Ну, как во всяком случае, я имею в виду, где надо камеру вертеть, стрелками управлять вот так. Скоро консоль выходит, Steam Deck, там, скорее всего, будет CSGO. Она там будет, потому что это Valve, они там нормально все делают. Well. Ну да. Где, Юра, чуть ничего не пойму. Вы, кстати, мимо меня пробежали. Да, ну, то есть что, серьезно? Так, ищем Юрца. Нас из укрытия потом убивать, надо его быстрее найти. Короче, пока идет разминка, у нас задание простое. Просто найти Юрца. Чтобы он не... Ёва, он облыл со скрильца?
Юрец, огурец. О, снеговичок, его можно сломать? О-о-о, я снес башку снеговику. Вот бы снести башку юрцу. А потом съесть огурцу. В знак победы. О, башку. Да и почему я не могу залезть? Вот. Где он? Что-то я не могу его найти. Это хрень какая-то. А, это я вышибал. Мы даже шифтом не идем. Господи, я уже думал, это на я нашел его, но нет. Не-не-не, ну это уж какой-то прикол. Мы уже всю карту обошли. Что-то он, мне кажется, перепрятывается куда-то. Да не перепрятывайся, я в одном месте. Что-то тебя не очень хорошо слышит немного, Юра. Yes. Это я разбил стекло. Не понял. А, нельзя подбирать заложников, я забыл. Я сижу постоянно, возможно, я не знаю. Да? Почему? Мы все обыскали, но тебя не можем найти никак. Ну, может, мы, конечно, тупые. Не, реально. Не понял. Откуда, где? Где он убил меня сейчас? Не понял. Так, единственное, что я могу... Desert Angel возьму. Потому что ничего больше пока нельзя позволить. Разойдемся для тактики в разные места. Да. Только лучше бы ты это вслух не произносил. Ну так... Хотя, равно, хотя меня... я бы не понял бы тогда. Вам просто пирогу так, наверное... А, стоп, это вообще тупик, тут сюда не надо. Пойду в туда. Не понял. Вы что там уже столкнулись, что ли? Ну нифига себе, а что меня не понаждали, а? Страшно, страшно, страшно. Надо, короче, хотя бы одного заложника вытащить, чтобы победить. Да, мне надо вас перехватить потом. И одного из них я, кажется, где-то вижу, но... А, вот, вот здесь. Не понял, уже кто-то взорвал что-то? Твою мать. Ой, где? Только был... Он... Ой, Лёха уже замочили, это плохо. Во время заложника можно стрелять по-прежнему, но... Надо быстро выход искать отсюда. Ты что, не помнишь отсюда выход? Не, я... Ты, не ты совсем, пошел? Надо это, стекла, короче, повышибать, чтобы выбраться отсюда. Так, он может быть... Нет, ты... Нет? Блин, вот зря я это сделал, сюда нельзя вылезти. Его привлек. Ага, я понял уже. Он где угодно вообще может быть, я вот... Страшно вообще, если честно. Так, вот здесь свет большой, видимо, там... Туда можно выбраться. Скорее, 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 сюда, 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 быстро. Быстро, 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 сюда. Быстро, быстро. Да, я выиграл. Я выиграл. Офигеть. Просто мне невозможно это сдерживать два пункта, так сказать. Ой, два заложника. Вообще, по факту, я не должен рашить. Я рашу. О, попробуем вот эту штуку взять. Который я часто выигрывал. Маг 7. Теперь я, короче, пойду в ту сторону. А, нет. Озвучь. Я в ту же самую сторону пошел. Озвучь еще раз. Маг. Маг 7. Маг 7. Ой. А кто это тут пожар устроил? Кто же это? Я. А, это ты, друг мой, устроил. Так, мы как спецназа... Он там, он там. Я и увидел его только что. У него АВП, кажется, или нет? Хотя нет, как у него может быть АВП? Это Дигл, я тебе вантап дал. Покупай хотя бы... Нет, тебя даже каска вроде бы не спасет, я точно не помню. Да, жалко, щипцов нет. Ты дурачок? Мы уже спалились. Давай. Ах, зараза. Сам себя что?
Там еще что-то упало. Давай, 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 беги скорее. Че вы делаете? Бежать быстро не получается. Ой, да ё-моё, ну почти ж дошел. Вы зачем убегаете? Да тут надо. Да ты. Если ты убивал сложника, во-первых, надо слышать. Во-вторых, надо. Если ты спалил тэшника, да? Который тебя спалил, как ты подбираешь заложника, надо сначала убить его, а потом только подбирать. Ты... Ну блин, убегать страшнее и прикольнее. Кстати, вон туда я не рекомендую сходить, там тупик. Какой тупик? Тут есть подъем на лестницу, и ворота, и выход. Во всяком случае, я там нигде проходов не видел в том месте. Как спецназовцы такие, врываемся через окно. Капец. Такой... Отстает еще что ли звук, я что-то не пойму вообще. Так. Надо шифтить, чтобы это... Получи, зараза! Понуло, у меня ноускоп не зашел. Там просто миллиметраж. Вот так-то, ребята. Получилось. Ну, это лаки, зубейки. Фух. А прикиньте, я, короче, на дасте играл. Эти, чтобы максимация зажила. Лёха, я, короче, на дасте играю. Мне просто лоб в лоб, так сказать, выходит с черта враг. Там просто ноускопом в голову, я чуть не обтекался. Почему я не могу залезть сюда? А, вот, могу. Не по... Где? А! Ух ты! Разучился реал, разучился стрелять. Да, это действительно походу так. Давненько 13. Не играл я в это дело. Вообще нифига себе, у тебя пушка уже есть, какая офигенная. А, ты забрал у него. ВП. О, во! Блин. Во-во-во! Есть шанс! Ах, чего? Не попал. Рассвистело. Она, по-моему, стекло даже не разбилось. Да, это пак. Да как так, в смысле? Это пак какой-то. Он в голову уже вроде стрельнул. Как так-то? Ну. Это вообще не пак. Так ладно, набор спасения не буду брать с собой, ну его нафиг. О, я ВПшку взять могу. Попробуем ее применить. В какой-нибудь фигне. Вот только в какой бы фигне ее применить, я пока не знаю. А ВП ты бы мне лучше отдал. Ну ладно. Ну я на всякий случай попробую. Нет, отсюда я в него не попаду. Где? Где я чуть ничего не понял? Капец, ну Юра у нас красный, опасный. Вот эту комнату я использовал для укрытия. Чтобы незаметно убить Лёху, когда мы тут играли. О, ты взял эти. И эти. Почти добежал. А если он тут за углом? Да ты-то чё ржёшь? Да не, я болею за тебя, я болею, давай. Беги скорее. Ну так если его там не было, то он... Да если он тут сидит? Чё угодно может быть. Это вообще страшно его, если честно. Лучше туда залезай, да. Всё! Капец.
Вот надо было в другую сторону это идти. Да. А что у тебя было? У меня только юз выпал. Ну, только он и был. Понятно. Попробуем вот это взять, хотя что-то не особо это помогло. Оружие вот это. Кстати, в заложников стрелять нельзя. Вау! Ты что, заранее, что ли, в башку целишься, которые еще и не видно? Он с подвала меня убил. Блин, мама, это так страшно играть, особенно с ним. Да, Юра у нас... Неожиданный, красный, опасный. Он просто ворвался и как сразу же мне хедшот в башку сделал. О! Вон он. Откуда? Вот. Даже я видел его сейчас. Ну, капец, видите, как он... А, так мы проигрываем? К сожалению, да. Надо бы поднабрать силушки. Возьму вот это. Блин, я даже ничто не делаю. Мне как-то скучно. Да. Мы видим, что ты просто рываешься, нажимаешь на кнопку и все. Да. Настолько ты супер-пупер. Опа-на! Я что-то только что видел. Или это Леха разбил? Стекло. Вы не шифтите, вас шаги палят. А, хорошо, запомним это дело. Я постараюсь поменьше это делать. Ну, капец просто. О! Блин, вот страшно вообще. Он где-то вот тут может быть. Блин, ну тут вообще опасно ходить. Тут со всех сторон может он выйти. Ну да. Да. И сдохни. Все. Как хорошо, что я заметил его сейчас. АВП после... бери. Есть. После клетки. А вы заложником работает? Да. В заложников, как я уже сказал, лучше не стрелять. Будет то же самое, что в противника стрельнуть. Нарушение, так сказать. Нельзя стрелять как террористу, так и спецназу. Пойду сюда, где... Нет, не надо говорить. Куда? А, ну нафиг. Ой. Не да понял, твой... где? Не-не-не-не, в укрытие скорее. Вот-вот, прощелина, ну ты чё? Почти попал, ну, блин. Ты чё? Как он не сдох? Вот и я задаюсь этим вопросом. АВП! Куда спрятал АВП-то? Ну-ка. Есть. Чего? Это просто повезло очень. Вообще прям... Да он просто... Капец. Да, ну сколько? 90, понимаете? Как так? Я его... Я тебя не убил. Как? Я не понимаю, что я убил вроде бы. Вот Лёха убил, тебя нет. Ну вот, как тебе везло, так и мне сейчас повезло. Я еще тебя на нож хотел взять, но не протонуло. Купи мне что-нибудь, у тебя денег полно. Да, господи, да, господи, да на, АВП этот забери просто, ну нафиг. Я возьму что-то вроде вот этого. Что мне, кстати, помогло в прошлый раз. Ладно, ничего больше. Ты убил его? Назад смотреть. Я же говорю, АВП. Обалдеть. Нормально. У меня световая граната есть. Не зря отдал АВП. Да. А как он быстро туда пришел? Хороший вопрос. Бегает на своих ногах быстро. Так, давай ты туда, я попробую методом секрета. Да, тоже мне метод секрета, блин. Зачем я только... Эх, не получилось. Обалдеть, у него оружие какое красивое.
голубое. Ай, как ты промазал жестко сейчас. У тебя... Пипец. Как ты сейчас жестко промазал. Ой, блин. Жиза, вот это мне бесит. Какой-то. Блин, вот если бы попал, это было бы вообще просто офигеть. Мне, кстати, еще смоук спалил. Блин, ты так... Плохо то, что левый нож не работает. Ну, как бы... Так, еще раз попробую взять негив. А, ну еще дезерт отделал. Эджель. А где Лёха? А, вон он. У вас есть левый коридор по левому флангу, вы можете туда пройти, но я все равно есть по правому можете пройти, но я вас там тоже приму. Так, давай-ка пойдем. Максимадзе, не ходи за мной. Может, у нас так будет больше шансов его завалить? Хотя... Да. Хотя маловероятно, конечно. Надеюсь, ты успеешь добежать. А я постараюсь отвлечь его, короче, найд. Если... Я его... Найду сейчас я его... Где он? Я его не вижу нигде. Окей. Блин, вот... Вот в этой комнате страшно, потому что тут очень большое пространство и... Укрытий много. Во, правильно. Должен идти впереди меня и сзади. Нип. А змеян пофартануло, ох как фартануло. А где ты вообще был? На крыше? Мянем. Ой-ой-ой, только нет, зайди, пожалуйста. Боже, как меня это бесит, когда играешь один в два, и вот такая хрень происходит. Ну а ты же сам захотел. Ну да. Чё, тебя никто не просил? Что-то... Да. Я просто уже не был. Наконец-то мы, кстати, разобрались, как глушак поставить на этот пистолет. Ну и другие там варианты сделать. Опа! Есть! О, с двух сторон, гений, с двух сторон, я просто похлопаю. Это просто настоящий спецназ. Вот это работа спецназа. Да-да. С двух сторон. Надо было ноускопом делать. Да, еще и с двух сторон. Эй, Леха, АВП нужен? У меня есть. А вы есть? У меня уже три катки, четыре АВП. Я просто у него забрал. Так, а мы, кстати, уже выигрываем, если кто-то не в курсе. На 2 очка вперед. Ой-ой-ой-ой, господи, вот страшно вообще. Где он может быть? Ох. Может быть здесь, может быть здесь. Где? Он что, следовал что ли со мной? Да, капец. Блин, я думаю, я тебе в голову дам, что-то не фартан. А там так хорошо в голову залетел. Кстати, Максимадзе, я поторопился, обычно проигрыки ждут, а потом убивают с ножа, но вот что-то не фартануло. Так, я на этот раз вот эту пушку лучше возьму. Может, уже... Тупо. Вот надо было реально тебя на нож посадить, что-то не фартануло. Ну, бывает жизнь огорчение.
Да, это мы заметили, блин. Ой, я забыл, куда эта комната ведет. Лушак, да запрыгни ты сюда, е-мое. Ах, ну Китар. пипец. Крыса. И вот где он вообще может быть, я не пойму. Он уже удрал, блин. Фак. Вон там теорема была написана. Да. Зачем ты это сказал? Фак. Ну где он может быть? Жаль, что я просто не могу отсюда сбежать и вернуться и выиграть. Для этого заложника взять надо. Ну где он может быть? Ну какого черта, Я просто уже ждет на базе. а? Ой. Нет, я пока не хожу. Он тоже. Максимум. Блин, он где угодно, он еще 20 секунд осталось. Вот спорим, я сейчас вот это сделаю, и он... Нет. Он где-то только что стрелял в меня. Быстрее, направо, направо. Но нет, это глупая идея. Блин, не в ту сторону пошел. Налево! Дурак! Да ё-моё, я думал, сейчас убью его. Я сказал, ты бы успел добежать, если бы пошел направо. Да я забыл, как куда там дороги ведут. Флешка не получилась ослепить. Ну ладно. Да ладно, ты все равно, блин, выиграл. Может, вот это взять опять? Ну все, я беру АВП и сейчас просто минус. О, калаш поменяли, что ли? Что-то. Может, я не замечал? Ладно. Да, скорее всего, мне показалось. Блин, вот как из этого чего? На голову. Он. Нет. Ты правильно стрелял. Он там из-под коробок. Да он удрал уже оттуда. Я сомневаюсь, но наверное. Не понял, он откуда вообще стрелял? Не понял. Я тоже сейчас не Сквозь стены, что ли, как? Ты что, было вообще? Спина. Ты что, в лифт зашел, что ли? Надо слушать шаги, во-вторых, я в спину зашел через другую комнату. Ну, да. А, мы думали, сквозь стену стрелять. Господи, вид так выглядело, как будто ты сквозь стену, сквозь лифт стрелял. Это тактический О, ход. теперь мы красные, мы опасные. Надеюсь. Почему не Адидас? Да пофигу. Вас двое, один может вообще спокойно сидеть у первого заложника, второй может сидеть у второго. Логично, А, логично. ты, кстати, верную наводку мне сейчас дал. Надо Кстати, у заложников сидеть. заложниками это единственная карта, которая не работает, вот эта схема, то что ты... Господи! Я подумал, что это Лёха. Я что-то не отвык от того, что... Я что-то не привык, что я террорист уже. Блин, Юра заложника взял. О, тут радио с гироскопом. У меня еще есть время. Ты уверен, что он там? Может быть. Капец, он выигрывает, зараза. Вот Опять. одно, один раунд всего лишь ушел. Двое одного победить не могут. Ну что же это такое, а? Что же за подлый закон?
Давай. Давай, гааа. Как? Чёрт, надо было не там выходить. Ну ладно. А чё ты жалуешься? Ты выиграл? Я уже везде побывал. Капец, просто я так. Охреневаю всё. Я ещё и броню не взял. Тиматза, ты когда-нибудь калаш разбирал? Понял, ещё один выиграл. Нет. Да, мой счёт. Хотел бы попробовать. Не знаю, а зачем разбирать его? Ну, мы уже все разбирали и собирали. Я нет. И ты нет? Это, кстати, довольно прикольно. Какого заложника подобрали? На, сдохни. Как ты понял то, что я там? По дыму, который появился передо мной. Да, это гениально. Это гениально. Ну, блин, я думал отвлечь, типа, пройти сквозь дым назад или вперед, ну вот, прошел, называется. Юра. Да, бывает жизнь огорчения. Угу. Юра. Что? Как думаешь, за сколько сек я разобрал, собрал АК-47? АК-74. Не знаю. Да блин, не успел вовремя, не туда. Вы не удивляйтесь, я на эмке хорошо хедшоты даю, поэтому можете даже не лезть на меня. Капец, за 15 секунд. Я думал за 20. Надо вот это купить, может оно пригодится. Хотя фиг тебя знает. Так, надо вот что сделать. Я, короче, вот тут буду сидеть. А, я буду тут лучше. И Юра говорит: Лёха, отдай мне мой АВП, я говорю. Нет, я тебе не отдам. Говорит, ну Лёха, это чтобы защитить мою семью. Ты сказал семью? Да. Ник Телепнёв? Нет, ничего. Да. Семей, забирай этот АВП. Лёх, ты гений. Блин, где он может быть вообще? Юра, где ты? О, я дым слышал только что. Лёха Миник Телепнёв. Блин, это не тот заложник, которого я охранял сейчас. Эй, нет. Ты чё сделал? Ой-ой-ой. Это я был, ты чё? Обалден. Ты охрен. Ну ты даёшь вообще, вот так. Ну будет ещё нормально, если ты убьёшь Юру сейчас. А если нет, то это вообще просто... Это просто отстой сейчас был вообще. Да мы бы не успели добежать. Да нет, это какой-то фиговый раунд, подожди, это какой-то нафигаловый получилось. Ну блин, скилл, я не знаю, я на этот карте 100 лет не играю, но... Ну знаю, как играть, когда заложники на карте. Да Лёха лоханулся сейчас, меня перепутал с тобой. Тима Раков. А почему у меня негив твой остался, если мы проиграли? Потому что ты его подобрал. Ну ты. Да. У тебя оружие пропадает только если ты сдох. А зачем ты в меня стрелял? У меня хп такой отнялись, зачем? Я его опять перепутал, все, извини. Больше так делать не буду. Так, вот надеюсь, Юра вылезет с этой стороны, а не с этой. Вот только надо было понять, с какого заложника он все время подбирает. Обалдеть, ну пип. Стреляй! Куда? Куда? Он сзади! Как это сзади? А я. Это не тот заложник. А? Где он? Ну точно не там. Блин, я опять не в ту сторону иду. Где он?
Где он? Алло? Не понял. Вообще ничего не понял. Я подавал другого заложника, пошел к другому заложнику, чтобы обойти. Ух, это просто пипец. Страшно? Аю. А. Тебе вообще не страшно? Нет. Да нет, он нас на раз-два просто вообще выносит. Все, 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 хватит шутки шутить. Леха выходит на охоту. Конец всем Юрам. Юморишь. Я все время не могу понять, какого он заложник убирает. Он в углу спокойно. Где-то был. Он выходит вот так на лом. Тут спокойно чекают с... Ау, в центре. С окон. Кто выходит вот так на лом? Тот выходит в большой коридор боковой, вот в этот вот, и чекает лево-право. О, сейчас. Я думал, я тебя фликом заберу, но не пошануло. Знаешь, что такое флик? Не знаю, нет. Флик — это когда ты раз... вроде бы... Ну, короче... Обалдеть, ну у тебя реакция. Вот вот тебе надо скачивать Call of Duty Warzone, и я там один играл. Флик — это когда ты вроде бы довелся, но и нет. И как бы немного мышкой доводишь выстрел. Вот. Типа выстрелил в одну точку, но мышкой довел левее. Или правее, или выше, или ниже. Так я... Я его ослепил. Как? Тебя я ослеп... ему ноу-скоп дал. А тебя ослепило, нет? Да, да. Не ослепило, но я тебя ноу-скоп. Это я кинул гранату ослепляющую. И меня ослепило, но я как-то в него попал. Фух, хорошо, что я ослепил его. Опять из-за стекла или, может, из-за арматуры нанес, наверное, 80 хп и не убил максималки, да. А, Лёха, ты просто, ну, размен съел, по факту. Помогла мне сейчас световая граната. Хорошо, купим её ещё раз. Вообще тут лучше шептить. Ой. Не... Минус. Ты опять выходишь на мид. Ну, не знаю. Твою мать, сейчас все деньги. Лёха, пиши музыку. Ах, кстати, мелодия играла, позади. Блин, просто все деньги исчезли, что я копил на АВП. Заложника, блин. Откладывал на бедро. Есть, есть. Чё, молчок, ни за что. Лёха, зачем ты отвернулся? Ну блин, там пуля посвистела. Потому что ты плохо играешь. Вот это я осуждаю. Я так хочу стать режиссером. Ай, да? А я слышал, ай, что ты хочешь стать акционером Газпрома. А-а-а. Все, ты спалился. Я тоже. Ой. Теперь я вот так сделаю. Скупаю акции. Ты тоже акции скупаешь? А? Да. Какие? Дука... Пипец, так. Просто я не могу так. Yeah. Забери АВП. Со так. Своим неким, вот куда ты лезешь? На, дай мне АВП на тебе неким. Куда ты лезешь, Максиманца, со своим АВП? Вы меня обыграли уже на одно. Так это же круто! Это же круто! Да какой круто! Я тебе из разброса, и у меня промах. Потому что у меня там летят 20 пуль, что я сделаю, где тут точность? Да, вот Лёха нелепым довольно-таки способом лишился всех денег. Хотя у него до хрена, по-моему, кстати, там было. Так, заложника надо охранять. Правда, он не этого, по-моему, берет все время. Как ты так перешел красиво? Как настоящий этот спецназ, хоть ты и не спецназ. Как ниндзя?
Опа, на. А какого подобрали? У вас подсказка есть на карте. Ну, а дальнего за... самого какого? Блин. Точно, точно. Так, ну он только сюда только мог пойти, больше никуда. Так, сюда бы он не вышел. О, привет, Максимат. Чего? Ах ты хитрюга. Засканил. Ай! Эх, эх, блин. Так мог усадить сейчас его. Он не на улице. Леха, он не на улице. Он может сзади подойти тебя и грохнуть. Да я не тупой. Ладно, хорошо. Да слушай, ты где-то скопишься. Блин, ну... Я... А я что, тебя попал? Прям как детка. Ну вот, гранату я гранату кинул, а от неё же дым. Я думал, что убежал. Эпично получилось. Капец просто. Как это жестко. Я бы убил спокойно, прям вообще. Это то же самое, как когда бросаешь корсар какой-нибудь, да, и все. Капец, это, надо посмотреть этот момент на видео, это вообще жестко как было. Лёха, ну-ка. Огонь туда. Алло, она взорвалась? А, у меня Аня меня подключила. Пипец, она только сейчас сработала. Блин! Я почему-то подумал, что это Лёха. И не сразу стрельнул. Лёх, ты в курсе то, что тебе пошло? Он, по-моему, налево пошел, а не направо. Ой, то есть наоборот. Путаю чё-то. Извиняюсь за это, ребята. Бывает такое иногда. Блин, Лёха, вот если бы не эта граната, нахера я её кину? Зато я тебе опа, гранаты... нифига как... Капец, вот предыдущий выигрыш, это как я офигел, когда в кадр попал Юрец, я просто молился, чтобы Лёха в него попал. Ну вот, помолился. Ты так эпично выглядело, блин. Да молился. Давай, скорее, нож, нож. Да. Как вообще люди играют на Генсе, я не понимаю. Там вообще негде разойтись. Там есть большая зона, но не знаю. Капец, вот выходит. Это везуха. Пошла. Ты видел? Работа. Да, если он вообще... просто тебя не успел, не смог тебя застрелить, как ты его зарезал. А надо было просто по зум сделать и все. Ну-ка, огонечек туда. Видимо, не сработало, раз никакой реакции нет. Почему ты меня сцепил? Ну, я вышел, где лестница. Нам трудно позвать. Да ну, ё-моё. Ух тебе, как фартануло. Ух тебе, как не фартануло. Почему нам с копытами летят, я не понимаю. Капец, это же... Коп. Ну, коп, это выстрел без прицела. У меня дальний, ну... 50 на 50. Ну, ближний, я в тебе... Мне что, фликом, что ли, доводить, или что, я не понимаю. Как это работает? Капец. Да, короче, мне проще вас перестрелять, и все, я пошел. Ты что, террорист, что ли?
без разницы. Юрец, капец. Просто что-то тебя не вести стало в последнее время, если честно. Ну просто у Лёхи АВП появилось, он разыгрался. Да ну, вот чувствовал. Опять, видите? Я так чувствовал, у меня просто наушник 57 кадет работает. Я спокойно тебя услышал. Так, ну и если мы сейчас выиграем, будет просто офигенно. Да, когда раз один по идеально. В прошлый раз мы тебе проиграли, надо в этот раз исправить все. Ну да. Надо купить вот эту штуку. И попытка сделать. Огонь! Изи. Да какого фига? Где он может быть? Ноускоп! Ой, это ошиб. Не, вообще с другой стороны был. Ты что? Я думал слева, а ты справа был. А, все, постой, так, нам надо обязательно сейчас выиграть его. Пока он до 16 не дошел. Да ничего спокойно сделаю. Ну хотя, если он до 15 дойдет, то ничья будет. 4 часа на. Ну, к примеру, на 7, вот, в офис, то, конечно, я бы вас разнес. А, мне не возьму. А, давайте вот этим попробуем. Какие громкие звуки, не понял. Нет. Мы выиграли! Да! Я не могу в четырех стенах слушать 360. Нет, плюс наушники. Лёха, ну понимаешь, какой беспредел? Я максимально увидел, тебя не убил. Ну что это такое? Ну ты же сказал, что не будешь жаловаться. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы с вами и поиграли сегодня. Наконец-то мы смогли уделать Юрца, в отличие от предыдущего раза. Это был реванш. Ну и давайте на сегодня... Давайте на Расте. Ок. Дасте, Расте, господи. Дасте? Ну давайте за кадром уже. Да, ладно, все, давайте, всем пока. Да, всем пока, с вас лайк, подписывайтесь, с нас эпичные видосы. На стримский канал подписывайтесь, на чё хочу, чё то врачу, подписывайтесь и все такое. Всем пока.